В Будапеште силовики применили перцовый газ во время антиправительственного митинга, проходившего во вторник вечером у здания Министерства экономики. Такое произошло впервые за почти 2 месяца протестов. Люди хотят выразить свое недовольство повышением налогов, коррупцией в правительстве и сближением с Москвой. Возмущение граждан также вызвал госбюджет на 2015 год, предусматривающий сокращение финансового образования и социальных выплат. Ранее премьер-министр Виктор Орбан также предлагал обложить налогом пользование интернетом, но был вынужден отказаться от инициативы из-за очередного протеста. Они приняли бюджет, который сделает жизнь бедных людей и людей средних классов еще более невыносимой. Мне 42 года, я работаю с 17 лет, имея 7 профессий, и я так и не смог накопить денег. Те, кто, выйдя из университета, начали заниматься политикой, стали миллиардерами, а мне не прожить на свою зарплату. Виктор Орбан, возглавляющий партию Фидес, занимал должность премьер-министра с 2010 года. Во время парламентских выборов, прошедших в апреле этого года, Фидес вновь набрала наибольшее число голосов. В результате Орбан остался на своем посту. Однако рейтинг премьер-министра неуклонно падает из-за его политического и экономического курса. Согласно социологическому опросу, в октябре Орбана поддерживали 38% граждан, а теперь эта цифра снизилась до 26%.